20 минут о красивой жизни, приятных людях и заметных событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Проект «Модель X Plus» – это многочисленные лекции, уроки дефиле и практические занятия, которые вызывают у нас повышенный интерес. Именно поэтому мы следуем за участницами, ходим вместе с ними по салонам одежды и бутикам, смотрим, как они выполняют наставления своих педагогов, а также тоже узнаем что-то новое о красоте роскошных форм. Роль нижнего белья в формировании идеального лука нельзя недооценивать. Оно должно иметь удобную посадку, совершенно не ощущаться на теле и не доставлять дискомфорт, но при этом выполнять на отлично еще одну важную функцию – коррекцию фигуры. Не так давно мастерство подбора нижнего белья стало отдельной профессией. Таких специалистов называют брафиттеры. Мастер-класс на эту тему посетили участницы проекта «Модель X Plus» от имидж-клуба «Светлана». Это такая профессия, которая делает женщин красивыми. Вот. Во-первых, белье – это очень немаловажно, имеет значение для нас. Вот даже вчера у нас была съемка, и на мне было белье именно с этого салона. И я чувствовала себя, как минимум королевой. И поэтому я думаю, что эта профессия очень нужна. Успех правильного образа зависит от самого внутреннего слоя. Правильный подбор белья оказывает очень сильное влияние на результат образа. Поэтому в проекте «Модель X Plus» самый первый урок у девушек был посвящен брафитингу. Любая женщина хочет выглядеть идеально и совершенствовать пределы. Поэтому в этом мире придумали для женщин корректирующее белье. Оно бывает различных степеней утяжки. Есть гладкая, как вторая кожа. Получается, оно очень тоненькое, очень эластичное, но в то же время оно осуществляет необходимую поддержку и подтягивание силуэта. Есть комбинезоны, есть даже платья утягивающие, которые одеваются непосредственно по длине платья. Оно не задирается, потому что здесь у нас есть силиконовая лента. Также существует несколько степеней коррекции. Про вторую кожу, вот я уже сказала, это достаточно тонкая. Вторая степень, она более плотная. Вот здесь идет уже двойной материал. И третья степень коррекции, это сильная, она идет с костями. То есть в корсет вшит непосредственно в боди, вшиты кости. И вот это боди имеет стереометрический крой. Стереометрический крой – это различные детали, швы, которые осуществляют, где нужно, ту необходимую степень подтяжки. Это считается сильной степенью тяжки, она уменьшает на 1-2 размера. Покупая в магазине очередной красивый комплект, мы не задумываемся, какую роль он будет играть в нашей жизни, как будет выглядеть одежда, надетая сверху, как мы будем себя при этом чувствовать. Как минимум психологически, потому что когда тебе некомфортно и неудобно, ты все время думаешь не о том, что тебе нужно сделать, а о том, как что-то поправить и хорошо ли я сейчас выгляжу, то это точно влияет на здоровье. Вот. Ну, конечно, и на осанку, и на... это такой очень деликатный вопрос. Женщина должна за собой ухаживать, и в вопросе, конечно, белья в первую очередь. Любой гардероб женщины начинается с базового белья. К базовому белью относятся бежевые и черные цвета. Бежевое белье бывает различных оттенков, поэтому старайтесь выбирать белье, которое максимально ближе подходит к вашему тону кожи. Почему это делается? Для того, чтобы белье не выделялось из-под одежды. Вообще хранят бюстгальтера в подвешенном состоянии на плечиках. Если это какой-то полупоролончик, просто поролон, спейсер. Формованные чашки, их лучше хранить в разложенном виде. И ни в коем случае формованные чашки нельзя вот так складывать, потому что вы их ломаете, и это неправильно деформируется, получается, их форма. А стирать рекомендую всегда только на руках, потому что белье вам послужит дольше. Оно вам скажет спасибо за то, что вы за ним ухаживаете. Потому что эластан разрушается от пота. Поэтому, если все-таки с вами это произошло, то советую вечером постирать бюстгальтер, потому что чем дольше он находится в контакте с потом, тем быстрее он разрушается. Разрушается он просто становится
сильно растягиваться начинает. Нельзя, кстати, использовать при стирке нижнего белья кондиционер, потому что кондиционер размягчает у вас там тоже. После теоретической части брофитинга участниц проекта «Модель X Plus» ожидала практика. Дамы получили возможность на своем личном опыте увидеть, как удачно подобранное белье корректирует формы и обеспечивает комфорт в течение всего дня. Уральская зима, натуральный мех, красивые девушки – все это явление одного ассоциативного ряда. Что же касается модных тенденций, то они, как правило, и в меховой моде тоже родом из Италии. Что будут носить в этом осенне-зимнем сезоне, смотрите прямо сейчас. Меховой сезон в Челябинске открылся еще до наступления настоящих холодов, а поводом стало 15-летие первого мехового бутика «Фиера», компании, которая все эти годы представляет известные меховые бренды мира, от демократичной классики до дизайнерских моделей сегмента люкс. В очередной раз за вклад в развитие модного рынка бутик «Фиера» получает премию «The Best Luxury Store 2019» как один из лучших бутиков страны. А накануне в наш город прибыла свежайшая коллекция итальянского бренда Giuliano Tesa. Ваши все звездные клиенты, самые искушенные, да? И я была действительно удивлена тем, что очень хороший вкус, никому не надо было даже ничего объяснять. Все, что ассоциируется с изысканной и стильной верхней одеждой, это все про бутик «Фиера». Итальянские кашемировые пальто и пуховики, аксессуары, создающие настроение. Здесь есть все, чтобы пережить холода красиво и со вкусом. Что же касается мехового настроения гостей, то его можно описать двумя словами – уютно и роскошно. Скоро уже будет холодно. Хочется, конечно, теплый мех. Соболь, баргузинский, вот такой вот, чтобы закутаться и быть женщиной-женщиной. Конечно, благодаря нашей погоде, уральской невероятной, хочется в соболях. Это тепло, это красота, это роскошь, это настроение сумасшедшее. Всегда у нас в наши зимы будет хотеться тепла, когда-то норка, когда-то соболь, это всегда будет актуально. И когда холодно, без соболя, конечно, никак. Пальто с оторочкой из соболя. Понравилась очень стриженная норка в виде халата и короткая автоледи из норки. Все это разных цветов, разных направлений, но в целом это не классика, это более такой компромиссный вариант для города. То, что удобно носить, то, что близко по цвету, и модели очень современные, такие молодежные, так скажем. Такие вот отношения, они в принципе помогают всегда в работе. Почему? Потому что есть вот эта вот обратная связь, мы слышим запрос, и как бы мы можем все сделать красивее и счастливее, более точечно. В меховой моде, как и в индустрии в целом, сегодня курс на простоту. В случае с сегментом люкс эта простота должна быть дорогой и изысканной. В этом вопросе нет равных основательницы марки Giuliano Tesa. Ее мысль, она рисует и говорит, мне надо вот так. Я говорю, да вы что, сеньора Теза, да так нельзя, да что, да кто это такой придумал? Она говорит, нельзя у вас, мне вообще ничего не волнует, пробуйте. Все топовые материалы, если это кашемир, то Лора Пьяна, если это мех, то топовые лоты и так далее, как бы, это у нас. Дорогая простота. Поскольку темп жизни убыстряется, да, и хотим мы того или нет, такие тенденции, как типа спорт, шик, он проникает и в тяжелый люкс, и премиум марки сделать такими, чтобы, надев изделие, вы могли в нем прожить 24 часа. И опять же, та же самая тенденция, которая была на несколько столетий назад, что соболь мы носим не мехом наружу, а мехом вовнутрь. То есть подбиваем его от оторочки. Эта тенденция вот ярко сейчас представлена и у Giuliano Tesa. В нашем городе живет немало ценителей изысканной роскоши. Все они в числе лучших друзей, точнее подруг «Фиеры».
Хочется пожелать процветания, еще больше клиентов, еще больше любви и внимания клиентов, и еще больше шуб, еще больше моделей, потому что замечательный бутик, замечательная, у них всегда чудесный ассортимент, и если нужно что-то теплое, все придут сюда. Нужно быть такими же эксклюзивными, красивыми, доступными, достойными и всегда на пике моды. Продолжать, как они занимались. Они клиентоориентированы, клиентов любят. Мы себя здесь чувствуем королевишнами. Очень хорошо. Удачи, процветания и продвижения не только в нашем регионе. Я желаю смелости, больше смелости. Нам нужно невероятные, знаете, новые дизайнерские решения. Смелость вообще в цвете, смелость духа нашему замечательному городу и всем девочкам, которые живут в таком климате. Кашемировая парка с соболем, меховой бомбер или двухстороннее пальто. Наша уральская зима обещает быть разнообразной, а значит, востребованными окажутся все дизайнерские идеи. Зимний сезон открыт. Теперь необходимо решить, чем именно его украсить. Меховой бутик «Фиера», улица Елькина, 45. Клиника «Источник» представляет комплексную диагностику «Чекап Экспресс». 16 анализов, включая ЭКГ, УЗИ, а также заключение терапевта. И все это за 3 часа. Всем участникам программы «Чекап» вкусный завтрак. Главное о вашем здоровье за 3 часа. Клиника «Источник» в Лесном острове. 77-88-906. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. В рамках трехдневной конвенции «Фитурал» было много и теории, и практики. Но нас прежде всего интересовало все то, что связано с силовыми нагрузками, движением и растяжкой. Самые яркие мастер-классы и звездные гости в репортаже «Beauty Time». Лекции, воркшопы, обмен опытом и живое общение – здесь все про фитнес. Но в центре внимания все же мастер-классы, которые составляют львиную долю программы конвенции «Фитурал». Свои авторские тренировки здесь представляют презентеры из России, Франции, Италии, Испании. Аэробика и танцы, функциональные упражнения и йога – все, чем живет сегодня фитнес, челябинцы могли узнать за 2 насыщенных дня. Программа конвенции проходит на 3 площадках 3 дня. Мы начали с семинара с международного сертификационного по степу, продвинутый уровень для тех, кто уже давно работает. Был бизнес-конгресс вчера, на котором были все менеджеры самых крупных фитнес-центров города нашего, Снежинска, Екатеринбурга, Магнитогорска, где читали лекции именно для руководителей. А сегодня проходят мастер-классы конвенции в большом зале, проходят 2 воркшопа. Мой сегодняшний мастер-класс называется «Dynamic Postural». Это моя программа. Мне кажется, она очень понравилась гостям. Это сочетание динамической нагрузки и стретчинга, что очень полезно для здоровья. Я надеюсь, что российские тренеры будут практиковать эту методику здесь у нас, потому что она очень классная. Сейчас мы сделали функциональный мастер-класс, который называется 45-15. Это была интервальная работа. Мы тренировали абсолютно все мышечные группы, но самая основная цель этого мастер-класса – это развитие даже не групп мышц, а различных физических качеств. То есть мы развивали силу, мы развивали выносливость, мы развивали гибкость, мы развивали ловкость, мы развивали быстроту. 5 наших основных физических качеств, которые мы можем тренировать.
данном мастер-классе самая главная идея – это, конечно же, использование своего тела, чтобы оно двигалось легко, безопасно, комфортно. Постараемся использовать амплитудные, безопасные, контролируемые движения. Я совместно со своим коллегой сделал авторский класс. Он создан на основе программы Smart Fitness, то есть умные тренировки. Тренировки движений функциональных, нелинейных, качественных, которые мы можем применять в жизни. Тэп-дэнс, асимметрия так называемая, когда движения все идут подряд, ногу ведущую мы не меняем. Вот, в танцевальном стиле, полуджазовая манера под музыку афро, по-моему, очень крутое сочетание. Я привез сюда несколько чистых традиций йоги и надеюсь, что люди фитнеса начнут понимать ее лучше. Йога – это не только мышцы. Йога существует на разных уровнях, как на физическом, так и на ментальном. Но если вы меня спросите про мышцы, то, вспомнив вчерашний мастер-класс, там у людей болели те мышцы, о существовании которых они и не знали. Например, болели уши. Казалось бы, в мире фитнеса уже все изобретено, и сложно сделать какое-то революционное открытие. Но подобного рода события, безусловно, вдохновляют и мотивируют всех участников процесса, от простых любителей до именитых тренеров. Мастер-классы, тренера вообще очень шикарный уровень, высокий, достойный. Буду приезжать еще. Вот. Знаний получено очень много. Вот. Будем практиковаться. И хочется сказать огромное спасибо организаторам за уровень презентеров, которые вы сюда привозите. Это очень ценно. В России этого немного. Эти мастер-классы и вообще эта конвенция – это прекрасная возможность повысить свою квалификацию, взять зарубежный опыт и опыт ведущих специалистов в сфере фитнеса. Функциональные классы тоже с использованием степ-платформы и без – круто. Это очень такие, это то есть еще в три раза тяжелее, вот, и интереснее, и как-то динамичнее, что ли. Меня впечатлила Зена, ее подача, ее аэро было просто, ну, очень реально здорово. Я получила огромное удовольствие, было очень много танцевальных движений, было по-настоящему эмоционально. Интересно было наблюдать за реакцией людей, за их ощущениями. Мне очень понравились участники форума «Фитурал» в Челябинске. Фитнес-конвенции проходят в разных городах, но наша челябинская отличается интернациональным размахом и многолетней историей. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Профессиональный косметологический уход необходим в любом возрасте. Об этом знают участницы проекта «Леди Мармелад», которые в рамках подготовки к финалу посетили Центр эстетической медицины. Сегодня мы будем делать процедуру «Травматичная очистка». Это комплексная процедура очищения и выравнивания кожи при применении препаратов Holy Land. Как правило, после травматичной очистки мы получаем выровненный цвет и текстуру кожи. Запускаются клетки фибробласты, которые больше синтезируют коллаген, эластин, укрепляется сосудистая стенка. Уменьшаются возрастные изменения – это складки, морщины, заломы, расширенные капилляры и пигментация. Выделить какую-то там одну процедуру достаточно сложно. У нас в центре, так как у нас направленность на проблемную кожу, в основном это процедуры именно для лечения акне, коррекции постакне. А также, если это возрастные пациенты, то это уже инъекционные методики. После процедур результат был в прямом смысле налицо. Девушки еще долго не могли налюбоваться своими отражениями в зеркале. Процедура, можно сказать, волшебная. То есть у меня были крупные морщины глубокие на лбу, был купероз на щеках, но в данный момент, можно сказать, все волшебство на лице. То есть морщины разгладились, лицо стало свежее, оно помолодело лет на 10. Впечатления волшебные. По-моему, все на лицо, все видно. Увлажнили мне, сделали масочку увлажняющую, сделали пилинг, подтягивающий эффект. Я стала светленькая, больше воздуха. У меня сухая кожа, и девушка Анастасия сделала мне уходовый с увлажнением. И я вот прям чувствую, как лицо наполнилось влагой. Вышло, и кажется, что я прям сияю, вся красивая.
Эта встреча для участниц проекта «Плюсайз красоты» «Леди Мармелад» была заключительной. Теперь девушек мы увидим только на финале, который, кстати, состоится уже в эти выходные. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1.5 часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Финал первого челябинского конкурса для пышных красавиц «Леди Мармелад». 3 ноября в 16 часов отель «Малахит». Спецгости дуэт «Боня и Кузьмич». Самая сильная женщина России Марина Кигилева. Лучшие артисты города и подарки от спонсоров. Информация о билетах в соцсетях под тегом «Конкурс Леди Мармелад». Уютный шопинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея». На Труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спар» на Труда 166. Имидж-клуб «Светлана» при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и администрации города Челябинска приглашают поклонников танцев, аэробики и фитнеса на 16-й международный танцевальный фитнес-форум. 2 и 3 ноября. Челябинск. 2 дня мастер-классов по современным танцевальным и фитнес-направлениям представляют хедлайнеры форума. Саша Ошкин, Анастасия Александриди, Татьяна Казанцева, Иван Кейм. Регистрация по телефону 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру. Еще больше новостей о красивой жизни на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».